Здравствуйте, господа, криптовалютчики, партнеры, друзья. Я вас всех приветствую. Большое спасибо, что пришли на нашу тренировку. Как я всегда это говорю, господа, деньги в тренировках. Один очень мудрый человек много лет назад, это еще был 1980 год, когда я только приехал в Америку, он мне сказал, говорит: «Майкл, если ты хочешь заработать миллион долларов, найди человека, который его заработал, и сделай то же самое». И я свой первый миллион долларов заработал через 10 лет. То есть, ну, почти 11, в 1991 году. И я вам предлагаю, господа, просто прислушаться, к чему я говорю, и сделать то же самое. Оно помогло мне, значит, оно поможет вам. Так что секрета здесь никакого нету. Все очень-очень просто. И самое главное, господа, деньги в тренировках. А теперь просто откройте свое мышление, прислушайтесь внимательно и послушайте минут 20 нашу презентацию. Панк Панда. Ценности и концепция. Панк Панда включает в себя личную конфиденциальность, технологии блокчейна и систему вознаграждений, которая дает людям отличную возможность абсолютно без риска изменить свою жизнь и жизнь своих близких на несколько поколений в будущем. Возможность получать выгоды без риска потерять средства. Вознаграждение для сообщества, которое помогает проекту расти. Простые действия без новых навыков и дополнительных усилий. Миллионы новых людей получат знания о криптовалюте. Чтобы участвовать, вам всего лишь нужен смартфон. Это польза для человечества и для отдельных сообществ. Предприниматель-миллиардер Джек Дорси сказал, что именно сеть и сообщество, стоящие за этими проектами, являются движущей силой перемен и добра. Панк Панда, сообщество Панк Панда превысило 1 200 000 человек за первый год. И, господа, обратите внимание, особенно те люди, которые пришли в бизнес в самом начале, если вы помните, где-то месяцев 5 мы не работали, потому что мы не смогли зайти ни в Google Play, ни Apple Store. Поэтому, честно говоря, мы подключили 1 200 000 человек не за год, а за 7 месяцев. А теперь представьте, если бы у вас был бы мессенджер, такой как WhatsApp или Telegram, который платил бы вам каждый день только за то, что вы им пользуетесь и делитесь ими с друзьями. А теперь представьте, что эти ежедневные вознаграждения являются акциями компаниями, и вы становитесь акционером компании. Для справки, Facebook купил WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Сервис по обмену файлов Dropbox оценивается в 10 миллиардов долларов. Программа для видеоконференции Zoom оценивается сегодня в 98 миллиардов долларов. А вам когда-нибудь платили за то, что вы ими пользуетесь или делитесь ими? Безопасность мессенджеров. Как часто вы говорили о чем-то, допустим, по WhatsApp, а потом начинали видеть это в рекламах внутри ваших приложений? У кого еще есть допуск к вашим сообщениям, разговорам и изображениям? Вы можете быть уверены, что ваши данные в безопасности, и ими никто не управляет. Представляем Panda Application. Впервые в мире безопасный мессенджер, который платит вам за то, что вы им пользуетесь или делитесь. Это абсолютно бесплатно, и мессенджер вознаграждает вас токенами Panda 72 раза в день. Протоколы шифрования военного уровня защищают вашу личную конфиденциальность и содержат ваши данные в безопасности. Чем больше вы используете его и делитесь им, тем больше токенов вы зарабатываете. Пользуйся
делись и получай. Господа, вы понимаете, что для того, чтобы заработать, единственное, что вам нужно, установить это приложение и пользоваться. И вам гарантировано, что в следующие 14 лет вы будете зарабатывать 72 раза в сутки. Наши продукты. Безопасный мессенджер, безопасный обмен файлами, безопасная видео- и конференц-связь, безопасное хранилище файлов. PandaPlay представляет идеальную возможность играть, чтобы зарабатывать для геймеров, имеющих возможность покупать, продавать и зарабатывать внутриигровые токены NFT. Глобальная индустрия онлайн-игр в 2020 году оценивалась в $130 миллиардов. Рынки NFT превысили 2,5 миллиарда в первой половине 2021 года. Panda Profit позволит людям получить доступ к DeFi, которая только в 2021 году выросла на 1200% до $240 миллиардов. Господа, это все говорит о том, что мы все в правильном месте. Panda 11 – это первое в мире приложение крипто-фэнтези-спорт, предлагающее игрокам отсутствие географических ограничений и большие прибыли. Спорт-фэнтези – это индустрия на 22 миллиарда долларов, растущая 9,5, почти 10% в год. Соревнования – играть, чтобы зарабатывать, считаются играми на сообразительность, которые позволяют пользователям легально зарабатывать деньги и прямо со своего компьютера или мобильного устройства. И эта система уже доступна на Apple Store или на сайте panda11.io. Господа, это все есть уже у нас. Panda Academy. 20 модулей криптообразования от ведущих преподавателей в области криптографии, финансов, DeFi и FinTech. Один из наших учителей входит в первую пятерку, а может быть даже тройку, самых известных консультантов в мире криптовалюты. Поэтому у нас самые крутые учителя. Многие люди напуганы, сбиты с толку и не знают, с чего начать и кому доверить. Эта обучающая серия помогает новичку начать с нуля и уверенно двигаться вперед, уже не опасаясь того, что предлагает рынок. Ценность нашей панк-панда. Господа, обратите на эту страничку очень внимательно. И не просто слушайте, а давайте проанализируем вместе. Вы много раз слышали от меня, что даже на мировой бирже, только в Нью-Йорке, на мировой бирже, это называется New York Stock Exchange, в день происходит продажа и покупка акций более на $1 триллиона в сутки. Представляете, какой масштаб? Триллионы долларов. И все эти покупки и продажи строятся на анализе, что данная компания, данная акция сделала за последний год, за последние 3 года, за последние 5 лет, за последние 7 лет, за последние 10 лет. И благодаря этому анализу они делают эти инвестиции и в результате зарабатывают деньги. Так вот, господа, такие же компании, как мы, Zoom, Viber, Dropbox, WhatsApp, извините, после 4 лет уже оцениваются в $18 миллиардов. Все эти 4 компании в первый год подписали 1 миллион человек. У нас то же самое, мы подписали 1 200 000. Мы идем так же, как шли они в начале. Бесплатные услуги, плюс некоторые системы, которые оплатные. У нас тоже услуги бесплатные, и у нас будет также часть платных услуг. То же самое. Предоставляются ли ресурсы для использования сервисов? Ноль. А мы получаем за это криптовалюту.
рекордная оценка и за сколько продано. Цель и гол компании Panda – дойти до 50 миллиардов долларов. Zoom уже дошел до 98 миллиардов, Viber – 24 миллиарда, Dropbox – 22 миллиарда, и WhatsApp был продан, если я не ошибаюсь, в 2014 году за 19 миллиардов долларов. Поэтому, господа, если мы говорим цифру 50 миллиардов, это не просто цифра с воздуха, это наш гол компании, и к этому мы идем. А представьте теперь на минуточку, если наша компания оценивается в 50 миллиардов долларов, сколько будет стоить наш PPM, наш токен? Зарабатывай токены PangPanda. Смарт-контракт распределяет новые токены каждые 20 минут. Чтение 14 лет. Используй, делись, накапливай и зарабатывай на этом деньги. Максимальное предложение токенов было 275 миллионов. Обозначение токенов PPM. Наш первый листинг произошел 29 июля 2022 года на Pancake, и тогда это было $1.50. Зарабатывай токены PangPanda со своего телефона. Зарабатывай через Proof of Stake, Proof of Panda Pals. Практически не требуется энергии для майнинга, поэтому нам платят за счет того, что мы пользуемся нашим приложением, и этого достаточно, чтобы добывать наши PPM. График поставки токенов нам светит 14 лет. Это у нас гарантия на 14 лет, что бы ни произошло, мы все равно будем получать наши токены. Как у биткоина, у PPM будет тоже регулярный график халвинга. 2 года, 4 года и 8 лет. То есть следующий наш халвинг будет, наш халвинг будет первый был, через 2 года, потом 4 года и 8 лет. График майнинга. Значит, у нас уже первый год закончился, и теперь в ноябре было, если я не ошибаюсь, 12 ноября 2022 года произошел халвинг, и с этого момента нам осталось 2 года, где мы будем получать каждые 20 минут, потом 4 года мы будем получать каждые 15 минут, и потом 8 лет мы будем получать каждые 10 минут. И, естественно, за счет этого добыча будет изменяться. Распределение в токенов. Всего будет добыто 275 миллионов. Предварительно было добыто 65 миллионов, и потом уже в течение 14 лет будет добыто, за 15 лет должно быть добыто 210 миллионов токенов. Эта страница очень важная. В принципе, это единственная страница, которой достаточно сделать всю презентацию нашего бизнеса. PangPanda экосистема. Наши PPM, я просто расскажу, не буду углубляться. PPM добывается нашим смарт-контрактом. Мы можем покупать токены, мы можем продавать токены, и у нас также есть бесплатный сервис, которым мы уже пользуемся. Вот это, в принципе, наша экосистема. Первые в мире достижения в области технологических инноваций, господа, мы первые. Первые в мире смарт-контракт с несколькими кошельками. Первое в мире бесплатное приложение для обмена зашифрованными сообщениями, которое вознаграждает вас в криптовалюте. Первое в мире приложение для криптофантазии спорта Panda 11. И первый в мире собственный мессенджер-движок для массового рынка. Спасибо, господа. Одну из вещей, которую я хочу сегодня с вами поделиться, все основное вы узнаете в следующее воскресенье, потому что в следующую пятницу будет Zoom
компании и будут рассказывать о новостях. Но об одной новости я могу с вами поделиться. У нас, в принципе, уже совсем скоро вообще не будет проблем с нашим приложением. У нас в компании работает три группы. Три группы, которые не соединены вместе с собой. Они даже находятся в разных странах, в разных городах. Каждая из этих групп. Эти три группы программистов, которые работают на компанию PunkPanda, работают именно с приложением, нашим приложением. И эти три компании, три группы, отдельно друг от друга, наконец нашли проблему в системе, и каждый из них нашел ее самостоятельно. И теперь они соединились, и так как я разговаривал с Альбертом вчера, Альберт Муир, это CEO компании, он также является моим спонсором, то он мне сказал, что они считают, что благодаря тому, что они все вместе нашли одну и ту же проблему, то она будет решена очень быстро и очень скоро. И поэтому наше приложение начнет работать как часики. Естественно, это поможет нам не только больше пользоваться с этим приложением между собой, но также подсоединять других людей. Сейчас, господа, я вам дам возможность задать мне вопросы. Виталий, открой, пожалуйста, чат. Да, окей, спасибо. И я вам постараюсь ответить на них. Поэтому я слежу часто за нашими группами и смотрю, люди задают вопросы. Кстати, я иногда улыбаюсь, если я могу так выразиться. Люди задают вопросы, если бы этот же самый человек с этим самым же вопросом просто поднялся в группе выше, он бы увидел, что ответы уже давно все есть. Все вопросы в основном, 99,9%, которые задаются в наших группах, уже ответ есть на этот вопрос и ответ много раз. Но по какой-то причине люди ленятся потратить свое время и посмотреть выше на эти ответы. Они просто хотят спросить, они не хотят посмотреть. Или не хотят прийти на нашу встречу. Вот на нашей встрече сегодня находится, я смотрю сейчас, 44 человека. А в нашей русскоязычной группе где-то около 400 тысяч человек. И вопросы задают очень много. И основная масса людей, которые задают эти вопросы, она никогда не приходит в наши группы, на наши встречи. Потому что если бы на встречи приходили, то большинство этих вопросов уже давно бы отпало. Поэтому, господа, если у кого-то есть вопрос, задавайте, и я постараюсь вам на них ответить. Первый вопрос спрошу, смотрю, у меня нету вывода из панды. Уже прошло более 48 часов. А если прошло более 48 часов, и вы отправили, все сделали правильно и не сделали ошибку, потому что 99% людей, которых пытаются вывести, у них ничего не приходит, или они выводят меньше минимума, то есть должно быть минимум 10 ppm поставлено на вывод, или они отправили, сделали неправильную отправку. Поэтому если у вас такое, это вы должны написать в суппорт со своей электронной почты, которая прикреплена к вашей панде. Только таким образом вы можете получить ответ. Но еще раз повторяю, пока все, что я сталкивался, люди делают неправильно, или у них недостаточное количество ppm, поэтому они не могут ничего вывести. Вы запомните, что вывод ppm вы можете выводить всего лишь 0,5% от всего своего количества ppm в месяц, и это все количество должно быть 0,5%, быть минимум 10 ppm. Если у вас такой суммы нету, вы не можете ничего выводить. И самое главное, господа, я хочу вам сказать, я считаю, не обижайтесь на меня, но это очень-очень-очень неграмотно выводить сегодня ppm, когда они стоят копейки. Вам надо подождать, потерпеть немножко, потому что они будут стоить и доллар, и 2 доллара, и 10 долларов, и 50 долларов, и я не побоюсь сказать эту сумму 100 долларов в будущем.
Это благодаря тому, что у нас есть, и благодаря тому, что каждый день подключаются новые дистрибьюторы. У нас где-то примерно подключается в компании на сегодняшний день около 100 тысяч новых дистрибьюторов каждый месяц. Поэтому чем больше людей будут владеть PPM, от этого тоже будет зависеть цена роста. Ну и самая главная цена также будет от биткоина. Когда биткоин идет вверх, все идет вверх. Когда биткоин идет вниз, все идет вниз. И буквально уже осталось год и два месяца, если я не ошибаюсь, произойдет, то есть в апреле 2024 года будет халвинг у биткоина. То есть в следующий год после халвинга уже специалисты провели анализ, и благодаря тому, что прошло за последние 12 лет с биткоином, то они считают, что цена биткоина будет от 150 тысяч до 250 тысяч. Поэтому только задумайтесь, сколько будет стоить благодаря этому PPM. Поэтому я считаю, это очень неграмотно, это очень глупо продавать PPM на сегодняшний день. Сегодня их надо покупать, а не продавать. В мире инвестиций самые грамотные, самые богатые инвесторы, миллиардеры, они вам всегда скажут: покупай, когда дешево, и продавай, когда дорого. Только тогда вы сможете заработать серьезные деньги. И чтобы вы знали, господа, инвесторы – это самые богатые люди. Это не бизнесмены, не люди в бизнесе самые богатые, именно инвесторы. Можно ли мой ролик вылить на канал? И, конечно, пожалуйста, именно для этого я и делаю ролики, и записываю, чтобы вы ими пользовались. Приветствую главного криптовалютчика. Может ли человек, не являющий партнером панды, состоять в пандовском чате? Вы можете приводить в чат кого угодно, но, в принципе, чат – это для того, чтобы люди, которые стали партнерами, пользовались, если человек не установил приложение. Потому что если он установил приложение, он уже является партнером. Но если он не установил приложение, для чего ему чат? Поэтому вы хотите ввести, вы можете вводить, но он должен это знать, чтобы люди не задавали вопросы в чате, а что это такое. Будет ли компания привлекать фонды для дальнейшего развития проекта? Я не совсем, Олег, понимаю ваш вопрос. Что значит привлекать фонды? Панк Панда – это сама большой и громадный фонд. Для чего, ну, вы считаете? Поэтому объясните мне немножко подробнее, и я тогда, может быть, смогу вам ответить на ваш вопрос. А что дальше? У меня только вывод 9 ppm. Дальше работать, молодой человек, надо, Анджей Витковский. Надо работать, чтобы у вас было не 9 ppm, а чтобы у вас было, как у нас, у многих партнеров, уже сотни тысяч ppm. Тогда, если вы захотите, вы сможете выводить. Но и все равно я желаю, советую пока не выводить. И не дает два раза вывести дополнительное количество ppm. Молодой человек, по вашему вопросу я понимаю, что у вас нет никакого понятия, что такое ppm, что такое панда. Поэтому вам нужно послушать. Я вообще советую людям заходить в мой чат. В моем чате нельзя задавать вопросы, он закрытый. Этот чат существует только для того, что я туда выставляю всю информацию, все наши ролики, и их легко найти. Поэтому заходите в мой чат и просмотрите и прослушайте все ролики с самого начала. Тогда вы будете успешный и грамотный партнер компании Панк Панда. За одну тренировку вы не станете успешным человеком в этом бизнесе. И их надо слушать больше все время. И я не смогу охватить все на одной встрече. Господа, мы в очень серьезном бизнесе. И я не тот человек, который начну заниматься чем-то, где я не могу заработать, только могу заработать копейки. Как я вам сказал в самом начале встречи, я еще в 1991 году заработал свой первый миллион долларов. Я нахожусь в сетевом бизнесе с августа
1980 года. Плюс у меня был традиционный бизнес в Америке. У меня было два ювелирных магазина в Филадельфии. И у меня была компания по продажу медицинского оборудования в Нью-Йорке. Я все свои бизнесы продал в 2003 году, в январе 2003 года. Поэтому я не потому, что я это говорю, что я вам хвастаюсь, чтобы вы поняли, я никогда чепухой заниматься не буду. Но в любом бизнесе, какой бы он ни был вкусный, красивый и сладкий, им надо работать. Вы не заработаете больших денег без того, что вы не будете обучать себя этому бизнесу. Нету волшебных бизнесов, нету волшебного продукта, нету волшебного маркетинга. В бизнесе надо работать, а самое главное – посещать тренировки. И если по какой-то причине вы не смогли прийти на тренировку, значит, вы должны зайти в нашу группу и посчитать всю информацию и послушать все те тренировки, которые вы пропустили. Вот только тогда у вас таких вопросов не будет. Надеюсь, вы меня услышали. А как ваш чат называется и как в него войти? Вот только что Виталий Оборин, спасибо, Виталий, сбросил адрес моего чата. Вы можете туда зайти и просмотреть всю информацию. И эту информацию вы можете скидывать кому угодно. Вы туда можете приглашать людей, которые еще не находятся партнерами нашей компании, потому что там они смогут обучиться и узнать все, что происходит в нашей компании. Господа, если еще есть вопросы, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Или я буду на этом заканчивать. Вот человек задал вопрос. А можно голосом спросить? Вы знаете, почему я не даю спросить голосом вначале? Потому что я это все записываю. И по какой-то причине, когда люди задают вопрос голосом, никто не слышит в записи. Только слушают мой ответ. Поэтому, когда человек пишет, я могу дать ответ. Прочитать, повторить и сделать ответ. Только по этой причине я прошу вас писать. Поэтому, если, Анжей, вам не тяжело, напишите. Или ждите конца нашей встречи. Я, как всегда, когда закончу запись, я дам вам возможность еще задать мне вопросы, и тогда вы можете задать голосом. Окей. Элик задает вопрос, почему-то не все приглашенные и зарегистрированные партнеры отражаются в ВКонтакте приложения. Регистрируем телефоны в международном формате, что не так? Спасибо заранее. Ну, если вы пишете коды, вы пишете все правильно, и все равно не все отражаются, но это один из глюков, над которым компания работает. Поэтому, когда это все будет устранено, то вы сможете видеть всех своих партнеров. Так что здесь пока просто нужно иметь терпение. Я вам хочу сказать, господа, не забудьте, что мы только начался второй год нашего приложения, и такие компании, как Telegram, как WhatsApp, как Facebook, у них были такого типа проблемы от 2 до 4 лет. А мы только начался второй год. Поэтому имейте терпение, это все будет исправлено, когда у нас уже пройдет 4 года. То, естественно, наше приложение будет работать отлично. Господа, если еще нет, больше нету вопросов, то я буду потихонечку заканчивать. Как я уже сказал, я еще после того, как я закончу запись, я вам еще дам возможность задать мне вопросы вслух. Поэтому на этом я заканчиваю нашу встречу. Пока можете не уходить. И единственная моя просьба, если вам нравится эта встреча, пожалуйста, отмечайте лайк на YouTube. Спасибо, господа.